Всем привет, это Джей, безнадежный микрофон. Все тлеет. Как мой микрофон? Продолжаем. Так, игра. Ну, мне вообще понравился этот вар. Этот, на провокации, Дунайская сталь. Щемим дальше. Посмотрим, как будет на этот раз. Толстый тролль. Всегда выбираешь ваш противник, но мне нравится читать, который там толстый тролль. Больше радует это глава вашей гильдии. Так, против нас. Против нас сэнпай! Мэрил Страйп сэнпай! Джайна Праудмур. Все умрут. Да, ссылочки к Тригану. Баку говорит, что все умрут. Я говорю, Баку, ты не прав. Умрут все, но не я. Все умрут, а я останусь. Да. Все умрут, ну а я останусь. Ну а я. Да, ну а я. Я даже здравствуйте сказал. Ну здравствуй. Я ж апельсин. У меня все через ноль. Есть у меня один. Маленький апельсин. Мы делили апельсин. Много он один. Много нас, а он один. Раз, два, три, четыре, пять, с детства с рифмой я дружу. У тебя с рифмой салат. Да. Много нас, проблем. Много нас, а он один. Короче, снова вайп. Да ладно. Ну, хотя горошину средняя на нем была тактика. Я мечтаю быть похожим на тебя. Я туда, я в вагоне. Я в подарке. Агар! Локтар Агарок. Они согласились. Они согласились? Они согласились. Отлично. Возрадуйтесь все, они согласились. Кто они? Будет так. На что они согласились? Месье знает толк возвращения. Только на его условиях. Золотое? Ну что, но это не при всех будет озвучено. А сейчас мы возвращаемся к сэнпай. Блин, надо не эту рубашку сменить. У меня стоит какая-то рубашка. То есть в жизни ты по 2 месяца в одном и том же ходишь, а тут тебе рубашка. Что это по 2 месяца? По 3? Ну, она у меня очень давно, это была акция, что там за Galaxy давали на халяву эту рубашку. Ну, это зайти в игру Galaxy. Это совместная акция с Samsung у них была. Надо ее сменить. Или это Nexus? Не, это Galaxy. Ну... Так, раскидался. Блин, он здоров. Надо с этим что-то делать. Мне нужен мощный удар щитом. Фиг нам, а не мощный удар щитом. Продолжаем. О! Куча брони! 14 брони за один ход, как тебе? Нормально. Меня тоже радует. Ну блин, у него, смотри, змеюка какая здоровая. 5-3 у него змеюка. Ого! Надо с этим что-то делать. Интересно, какой это секрет? Мне просто потасовка придет, я сыграю потасовку, а там секрет. Ах, магия. И опять вот эта рожа апельсинья. Ничего не поняла, но я перегоняю. Так. Вангую. А, не, ну это... Это, не... это уже не антимагия, потому что я тут сыграл каст. Сейчас будет потасовка. Я их всех убью, и останется вот это 0-2-1. Спорим?
Спорим. Давай. Давай. Не, ну блин, конечно, вероятность того, что остается со мной больше. Вот. Но я рисковая. Вот. Итак. Сейчас кто-то встрянет на желание. Я только вышла в ноль. Так, смотри. Закрыл глаза. Закрыл глаза, все, не смотрим, не смотрим. Так, надавали всем по розе. Все, можно смотреть. Я же сказал. Нет, нет. Отлично, супер-супер день. Мне нравится такое, когда мы спорим на желание. А мне уже ничего не нравится. Тебя за язык никто не тянул. Ух ты, смотри, какая прикольная штука белая. Соборная горгулья. Да, прикольный арт. Так. Я прогнила изнутри. И вот. Ну чего ты такая грустная? Я не грустная, я злая. Злая? Блин, ну вот эта птичка, конечно. Твоя магия тебя не спасет. Яблонька должна была меня хильнуть. Ну, чем ответить нам команда Пепси? А? Джайна. За Джайну болеем? Сенпай! Ну, это ж не та сенпай. Не пофиг. Это ж не Мэрил Страйк. А с чего ты взял? А? Я уверен. А вдруг? Так. Поспорим. А как мы будем проверять, если мы поспорим? Не знаю, давай мы у друзей спросим. Ули. Не подходи! Будем, короче, выманивать из него волну огня. Ну, или этот. Ледяной дождь. Жёная птица, ее надо срочно убить. Ну, блин, мощный удар щита, не хочу на нее тратить. Потому что можно кого-нибудь покруче убить. Ну, в принципе, кого-нибудь покруче с 4 хп, потому что я уже весь быстрый на стак брони потратил. Где какой-то мальчик в друзья добавился? Твоя магия тебя не спасет. Кто таков? Сколько лет? Почему не в армии? 20. Почему не в армии, я не знаю. Поймали Али-Бабу и 40 разбойников. Что с ними делать? Али к стенке, бабу ко мне, остальных в отряд. Нет, ну слушай, он прям вынуждает, вынуждает. Что поделать? Фурас, который опять всю игру пролежит в руке, что мне нужно. Никогда не закончится. Когда это все закончится? Не скоро. Ну, не знаю. Ну, блин, еще 10-14 карт, не скоро. У нас много секретов. Халявный секретик какой-то. Филолити у тебя. Блин, вот есть у него там копирка. О! Потому что у меня только Баку и драконец на руке. И сейчас мы... Чёрт! Чёрт! Дайте мне топор. Я хочу топор. Давай, кто останется? Кто останется? Блин, нет, пока не рентабельно ее кидать.
я кину вот драконицу, если он ее скопирует, тогда можно кидать потасовку. Живем. Ну и тогда живем. Тогда скорее всего это либо секрет неуязвимости, либо броня, либо антимания. Вот видишь, какой неприятный дракон, его надо убить. Это все, на что способна команда Пепси? О, яблоко. Я не буду. Я прогнила изнутри. Оставь меня! Блин, а если там... Ладно. Тупой классик лежит. Ну потому что он мне заменит обилку, я не смогу броню себе накидывать. А для меня это критично. Я за счет брони выживаю, будь здоров. Давай. Не, ну чё, всегда приятно, когда тебя какое-то дерево лечит. Не какое-то, а яблоня. Яблоня, блин, сгнившая яблоня. Я же говорил, мы все знаем толк возвращения. Все, Макс, мирись, ты сдался, ты проиграл. Можно даже сделать вот так. Страдайте! Оставь меня! Проверим теперь. Это, скорее всего, неуязвимость. А возможно, антимагия. Блин, я не помню антимагию сейчас вообще. Скорее всего, это секрет неуязвимости. Ты чего делаешь? Я за Джайну болею. Я понял, что ты за Джайну болеешь. Ну, при чем тут это? Мне пытались волосы в глаза запихнуть. Ну, отвлекающий маневр, чтобы ты не видел, что она делает. Понятно. Смотри. Добывай кристаллик. Вау! Представляешь, что ты на рямках. Да. Мужики почти третянка. Чего? Чего ты угораешь? Ну и я просто не знал, что сыграть. Че я сульфурас не сыграю? Надо так на броне сыграть сульфурас и бить не могу. Мне вот сейчас мелкого. Мелкого всякого накидает и не рентабельно. Я выучил. Я бывает иногда учу. Смотри. Значит, спящий моя, сколько у него там золота. Я не понимаю, почему красный дракон. Сон это, в принципе, прерогатив зеленых драконов. Зеро пробудившие, спящие. Вот не сон и все такое. А тебе пробуждает. А мне пробуждает. Ну вообще. Меня обозвали зонуда. Ну что зонуда? Хэс, нет, отвисни, отвисни. Нет. Не судьба. Давай, 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 переподключайся. Короче. Сульфурас! Я так по утрам ору. Да. Тебе на работу. Оставь меня. Что это такое? И это заявка на победу. Апельсин уверенно обходит всех защитников.
спортзайный и рвется к воротам. Да, спортивный комментатор это такой. Ну, конечно, я ж не люблю спорт. Гушанку люблю. Да, есть за тобой такое. Видишь? Так, ну эту птичку все равно надо убить. А то она будет гадить. Ну, ну. Я могу зачистить стол. Оставь меня! Антимагия. Я тебе говорила, там антимагия. Блин, надо было птицу убить. Она сейчас еще кого-нибудь на это самое. Не, ну это вообще. Ты меня не слушаешь. И у него с самого начала висело обращение в пар. Ничего не знаю. Я сказала один антимагия. Кто прав? Я права. Я тоже говорил, что будет антимагия. Ой, смотри, мой страх. Смотри, на тебе. Копирка. Фу. Хорошо, я, все, я стражи не кинул. Ну... Мак, ты понимаешь, что мне просто обилкой попасть? Шанс один к трем. А если ты сейчас еще грохнешь птицу, то 50%. А, ну все. Лок порога! Я бы все равно сначала попробовала обилкой. Не-не, я хотел топором дать. Топором в лицо. Топором в лицо ж приятнее. Да. Вот такая получилась игра. Всем спасибо. Не болейте, не кашляйте. До новых встреч.